По-моему, я вас знаю, да? А что вы тут ходите с этим аппаратом? Это значит, у нас такая есть... Вы пишете? Radioactive BSR. То, что делает, да? Да. Ну, я сижу на скамеечке. Все можно будет посмотреть. Да мне не интересно смотреть. Но другим интересно, кто не смогли приехать. Что я делаю, да? Ну, что мы все делаем. Это все о всех наших героических поступках, да? Что мы тут сегодня собираемся. А вы здесь живете, да? Нет, что вы, мы тоже приехали. Я с Кристофером Базбисом приехали. А вы откуда приехали? Значит, я вообще-то приехала как раз вас встретить. Так а кто вы? Ditta Rietuma из Латвии. А, так вы из Латвии. Да. И чем вы занимаетесь? Ну, вот простите я, за вопрос. Я, ну, сейчас вы снимаете меня. Я для снимаю того, чтобы, нас обоих. Для того, чтобы я, это как его, был в кадре. Хорошо. Я а всех. Дальше что? Это документальное кино, понимаете? Ну, понятно, понимаете? Документальное. Юрий, hello. Bonjour. We met 2 years ago. J'ai compris. En 2008. Oui, oui, en 2008. Oui, oui, oui. Je n'ai pas oublié. À Genève. Merci d'être venu. 2010. C'était 2010, c'est possible, c'était 2010. C'est 2008. C'est 2010, peut-être. Et tu as parlé dans l'église. Bien sûr, je parle. J'ai oublié. C'est 2010. 2010, oui, tu as raison. А вы эколог, чтобы да? закончить. Нет, я экономист, но сейчас уже 3 года занимаюсь как раз радиацией, потому что я увидела, что они сделали, ну, карту увидела, так, подземные тесты. Когда я увидела, как разгромлено тело России, да, но я начала искать, что они сделали в нашем регионе. Да, и сейчас уже 4 года. Это все развернуло. У меня есть, я руковожу сайтом Baltic Sea Region Radioactivity Watch. В такие дела. С вами полезно контактировать. В Беларуси. Да. Не случайно у вас такая большая смертность. Смертность в Эстонии, очень большая от рака желудка. Это все иллюстрации вот этой контаминации. Даже до Чернобыльской сейчас еще. Эстония самая плохая территория. Да, самая... Загрязненная. Ну, посмотрите, состояние здоровья у них тяжелое. Как и у вас, в принципе. Тут разницы большой нет между Литвой, Латвией и Белоруссией. Да. И загрязнение именно 60-х годов. Огромнейшая доза. Это все то, что Чернобыль принес. Это еще перед Чернобылем. Да, мы видели, что даже в Белоруссии тоже перед Чернобылем уже все было. Я вот эту карту показываю и буду ее еще показывать. Так что надо сейчас... Мы как раз вот, к сожалению, в воскресенье больше не будем. Мы тоже не будем, я уеду. А, ну вот нам сейчас за 2 дня надо все сорганизовать. Реабилитейшн. Это был реабилитейшн фор... C'est le système qui j'ai protégé les zones contaminées beaucoup beaucoup fort. C'est très intéressant de contacter avec représentant Lettonie. C'est très intéressant pour puisque j'ai protégé et
qui les zones contaminées et lui commence sur son année dernière siècle, 60 годов прошлого столетия. Mélange français, il comprend. Mélange français. Mélange, il comprend. C'est spécifique. Elle parle russe. Я говорил по ей, что она пишет. Да, и это интересно очень. Это очень интересно в том плане, что сегодня это санитарная ситуация, это еще до Чернобыльские, а Чернобыль еще вторая волна, может, третья. Мы faisons recherche sur la Baltique. Vivi, c'est bonne idée d'organiser cet internet institute. C'est bon. C'est très contaminé, la Baltique. There are many. What language do you know? French. Okay. A little English. A petit little. Entre nous recherchons la contamination de la Baltique et les effets sur la santé. Dans les у вас, конечно, прогнозы по здоровью очень плохие в нашей стране, вашей и стран Балтии очень плохие. Вы смотрели статистику вашу смертности заболеваний? Ну, знаете, как... Там прогнозы очень плохие. Другое дело, что прибывает население, может быть, из других стран, как-то размывает страна, не очень большая по численности, но вообще, конечно... Литовскую статистику давали, смотрел. Ну да, потому мы сейчас думаем сейчас, что надо делать целую организацию, которая занимается деконтаминацией, да? Там есть технические способы, как это все, где можно жить, где можно... Нигде. Нигде, вы считаете? Нет, жить-то можно, но просто у нас где так, можно так растить пищу и так далее. Ну да, надо если все... пытаться еще смотреть какие-то элементы, ну понимаете, много элементов распалось, например, цезий тот же, ну, чернобыльский, часть его осталась, последствия вы уже имеете в виде мутации, в виде реализации в этих, вы понимаете, я буду об этом говорить, но сколько мне получится, 20 минут очень мало. И я буду говорить о этом синдроме, который я представляю, и о нем говорю как базе для того, чтобы мы поняли, почему люди болеют сейчас и что происходит с ними. И сейчас, может быть, оценка других элементов, трансурановых других, которые остались, они тоже крайне опасны для здоровья. Но сейчас очень важна оценка состояния здоровья и меры, которые бы позволили сохранить людей, которые пострадали уже в своих генеалогических древах, уже второе, третье поколение семей, и которые несут реализацию этой информации, которая уже была нарушена, понимаете, в предыдущих поколениях. И здесь вот очень важно понять, что, как с ними обращаться, чтобы не провоцировать возникновение болезни. Вот это вот... Это возможно? Возможно, я буду говорить об этом. Это основная программа моя. Ну, не чудо, просто то, что я делаю. То, что я делаю, то я делаю. То, которое мы ищем, везде не можем найти. Информация просто... Понимаете, вот новые всплески, например, ситуации, связанные с Фукусимой, это новые радиоактивные элементы, которые прибывают, они провоцируют ту патологию, которая была реализована, начала реализоваться в генетическом материале у нас. И вот, например, я буду говорить о раке щитовидной железы, основа его закладывается именно в комбинации инкорпорации двух элементов, вот этого долгоживущего цезия и короткоживущего йода. И у нас у всех практически цезий в организме есть, и в больших концентрациях в щитовидной железе. Но когда приходит йод, вот эта комбинация провоцирует ситуацию. Поэтому сами понимаете, что это группа риска. Но вы говорите, что у нас он есть радиоактивный? Тоже? Конечно, радиоактивный. Даже в небольших количествах он есть. Он не может уйти. Его слишком много. Но с этим тело справляется. Вроде. Но не справляется, к сожалению. Но все-таки мы не можем от него избавиться, потому что в продуктах нормы санитарные. Это те нормы, при которых цезий в организме предусмотрен. Не в организме, в пищевых продуктах. Естественно, в организме. Нет, если вы думаете, что это норма, это не ноль, к сожалению. То, что, так сказать, мы критикуем, я критикую. Ну вот тут нам надо хорошую организацию поставить, международную, да? Чтобы нашу пищу, воду... Контроль должен быть контроль очень жесткий. Жесткий, да. Это нужно, такую идею нужно пропагандировать, потому что цезий провоцирует эти генетические дефекты.
Вот, например, если имеется склонность к возникновению мультифакториальных пороков в семье, то даже небольшое количество цезия в период беременности провоцирует возникновение этого вида пороков. Это мы показали, я этим продолжаю заниматься, насколько у меня есть возможность, к сожалению. Таких возможностей мне много не дают. Но мы сейчас их создадим, мы потому приехали. Делаем международную организацию. Комитет уже сделали, который вот это требует, да? Мы были и в Италии, встретили ваших друзей там, максимум. Да, ну. Да? А ваша жена тоже приехала? Да. Скоро будет, да. Сейчас будет, да, очень приятно. Ну, замечательно, потому что я сюда приехала вообще встретить вас, потому что мы только что издали эту книгу желтую, «Фукушима». Ну. Вы ее увидите, она тут целая большая коробка пришла с 20 книгами, и там ваша статья самая первым образом, сильная статья из Lesbos Conference. Lesbos хорошая конференция, японцы перевели ее на японский язык. И сейчас мы хотим сделать еще Я привез тоже 3 новые книжки на французском. Мы сейчас планируем еще одну конференцию осенью, да? И это, конечно, уже на Фукушиме. Ну, похоже на Лесвос, значит. If you are taking it, did you find this? It's worth 20 francs and you get about 6 or 7 pages. Okay. Where do we put it in there? Into the machine? You'll see there's a little thing. Yeah, at every bus stop there's a thing for paying. And you put one of those in and then. Okay, great, thanks. Так что вот такие дела. Да, и сейчас вы в Украине, да? Пытаюсь делать в Украине. Трудно сказать, где я. В связи с тем, что я нахожусь в изгнании, поэтому, понимаете, ситуация такая, что... Ну вот мы приехали понять, потому что только догадываемся. А что понимать? Человека выгнали из страны. Он не может найти, работает, занимается своим делом, пытается реализовать свои идеи, мысли, те, которые... Жизненно важные. И, естественно, что я ищу возможность реализации. И достаточно прилично поработал после... Вот 6 лет я уже не дома. И не могу туда приехать. И мы будем... Я вообще рада, что видеть вас в такой хорошей форме все-таки, потому что это ужасно, как вас забили. Ну да? Что делать? Нужно работать, хочешь плакать. Сильные люди. Вот это как его. В Украине есть возможность. Будем делать в Украине. Хотя там тоже свои проблемы очень много. Ну, конечно. Очень много. Там ведь, я думаю, там даты над Киевом тоже... Сверх крыши и там... Неправильно поставлены, потому что там странно. Я думаю, Киев тоже довольно загрязнен. Ну, дело даже не в Киеве, а даже в той зоне, которая официально существует. И вообще в той ситуации, в которой оказались... Более 2,5 миллионов людей официально. Да, и вообще это стратегическая позиция при разработке концепции защиты здоровья людей, она важна. Ну, конечно. Ее нужно сегодня отрабатывать. Ее надо было раньше отрабатывать. Я ее всегда пытался надо было, внедрять да. с 90-х годов, когда начал организовывать медуниверситет. Так у вас наверняка уже есть разработки из старых времен. Вот этим и работаем. Мы можем их оживить сейчас, да? Вот надо только нам ресурсы получить. Может, для администрации этих всех проектов. И, но я, насколько поняла, тут тоже ресурсы. Все закрыто. Все. Да, естественно, что ресурсов но... будет немного. Потому сегодня, может быть, поставим главный вопрос, задачу, ну, действительно, создание экономической базы для... независимой науки, да? Да. Целую сеть создать на базе наших уже контактов, да? Целый глобальный институт создать, и чтобы были независимые
эксперты. Эксперты с абсолютно стабильными доходами, да? Такие, это труднорешимая это задача. Это надо сделать, иначе... Практически независимая, не труднорешимая задача, потому что, как только говорится о зависимости от материальных благ, тут желающих очень мало работать. Нет, ну чтобы был просто, ну как говорится... А вот источник salary, финансирования, конечно, зарплата. Зарплата должна быть, стабильная зарплата. Мы ведь знаем уже специалистов, на которых можно положиться, да? И каких-то 12 таких специалистов на зарплату поставим. И это ведь, как говорится, очень-очень быстро надо сделать. Это крайне важная ситуация. Да, потому что сейчас ведь вообще экзистенциально жизнь на планете стоит под вопросом. Вы правильно мыслите, да. Да? И, но мы тоже в воскресенье утром уже уезжаем, потому что 2 дня будем работать. Да. Очень приятно. В Japan, но он не そう、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 
Bonjour. Alors là, devant l'épicerie, il y a un petit rond. Mais tu ne peux pas louper, tu sais. On ne peut pas sauter. C'est. Ouais. C'est juste de l'autre côté de l'arrêt de bus. C'est l'arrêt de bus de l'autre côté. Ça va, tout va bien. Absolutely, but tomorrow? Tomorrow. Because I'm bringing the car tomorrow. Yeah, I mean, in fact, I happen to have two here to show to. Do you have two with you? Salut Eric, ça va? Ouais, toi. This is on YouTube. There will be documentary about this event, just live, everything like sort of radioactive BSR on YouTube. Très bien, merci. Là. C'est différent, la concentration. Well, c'est pas pareil. Mais ce n'est pas plus grand que. I mean, quand c'est, que non, c'est pour. Non, mais c'est pas pour, uniforme. Pour, oui. Attends. Pour bloquer l'énergie, le créatine phosphokinase, des fois, qui, les organismes 50 becquerels à kilo, en cœur, c'est incroyable. Puisque potentiellement, l'énergie est réduction des fois, trois fois. C'est pas possible résistant à autre problème, c'est normal. Mm. C'est bien, je regarde, c'est bien. C'est bien. C'est bien. C'est pour moi? Non, demain. Vous donnez? Je vous donne demain. Non, не забудьте. Нет, ну завтра будет we'll вся. We'll give him one tomorrow. Завтра будет 20 часов. Спасибо. Хорошо. Yeah. Oui, merci beaucoup. C'est une bonne publication. International. Did you get one at least? No, she's got two here. We don't. Yeah, I got all of them, in fact. Yeah. But then we have one to show around. Today? Oh, all right, okay. Will you give it me back at the end of the press conference? Yeah. I'll be bringing all of them. Yeah, okay. Well, I don't want to go to Singapore, do I? Yeah. We have to show. This is. We have to show this around. There are. They haven't seen it. Maybe you can show it around. This is tomorrow, demain, nous envoyons des copies de cela ici.
à la conférence, oui. Yeah. Mais c'est un peu plus. En anglais, monsieur. This is, yeah, sorry. I'm in Russian and English. It's complicated. Yeah. No, this is the... I prefer it in English. Okay, these are the conference proceedings from Lesbos, but we've made this book, and we are going to have a lot of these here tomorrow, so people can buy them tomorrow. Mm-hmm. This one is just to show around. Mm-hmm. Yeah? Did you bring the many copies on this? Yeah, we've got 20, tomorrow 20, will be 20. 20 copies. Tomorrow. Okay, 20 copies. Okay. Yes. But today we can show around. I'm looking forward. This is quite important from the point of view of Fukushima. Oh, yeah. There's lots of pictures. 19 scientists. Yeah. Mm-hmm. Oh, good. Yeah. There's a lot of stuff here. Very essentially. And we have Bandazhevsky's paper here too. Oh yeah. Because he was here. Oh yeah. Yeah. This one. Mm-hmm. This one. I know. Yeah. Okay. This one, I think we put on the internet because I sent it to the people in Japan and they put it up on the internet. That's one kind of translated it into Japanese and everything. Mm-hmm. Okay. Good. Great. So, my name is Ditta Rietuma. Hello. Mm-hmm. Hello. My name is Matsui, Dr. Matsui. Dr. Matsui, yeah? Please call me Eisuke. Eisuke. Oh, God. First name. This is not easy. I'll have to write it down to okay, learn. Okay, no, yeah. But my condolences to what they did, to what happened to your nation. Mm-hmm. God. Yeah. God. Yeah, very difficult, the situation. So we will be working. We have been working all year to try to assist this disaster. Mm-hmm. But there, have they started to evacuate people around Fukushima? Longer than 20 personally, kilometers? Personally. The Japanese government and they have been doing nothing. Still? The contamination. Still? That they say, only contamination. And you can live there, contaminated area. Still that's that, a problem. That, very, very serious problem. Terrible. It's worse than Soviet Union. Soviet Union, they evacuated their people. And they were not many, but in Japan, they were so densely populated. Yeah. Mm-hmm. Most important thing is to save the children. To save children? Save children. But everybody, God. Everybody. They will get all diseases. We have to... Do you have some idea? Will you suggest something, how we can help you to... Do we have the established association, citizens and scientists for the internal radiation. The understanding of the internal radiation is very essential. Exactly. To resolve. Exactly. To resolve the problem. But right now, we sort of don't have time to inform everybody. We have to inform the government so they get the resources to evacuate people, yeah? Mm-hmm, mm-hmm. Because they have to be informed, yeah? Yeah, they have to be. But they are informed, aren't they? They are informed, yeah? The government. No. Still not. Japanese government says only the decontamination. Decontamination is the most important. If the contamination is carried out, then you can live there. You can come back. But to the, your government to has become your enemy. So it's sort of enemy government. That's the most serious problem. Yeah. Tragic. But do you have people in Japan who are trying to organize themselves, some kind of we are move now. Out? Yeah? Yeah. Some kind of evacuation citizen movement. Mm-hmm. Yeah. It's being organized, yeah? Oh yeah, we're now preparing to but the people who live in Fukushima Prefecture they have to decide themselves. Yeah, but they are not informed properly, yeah? No, that's yeah. We have to. Oh God, this is terrible. We have been having terrible. It's terrible. Okay,
I would like to give my card. Thank you. May I have yours? I don't have a card, but I will give you. I'll write down to you. Okay, okay, that's. And you can always find me through Christopher Busby because I'm working with him. Ah, so? Okay. Yeah, we are working together. Okay. Great. Okay. Ah, it's okay. Yeah, great. Yeah, please call me. Yeah, I will. The your name? Ditta. 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 Hmm? Okay. Thanks so much. Good luck with the conference. Ah oui, c'est parti. Il commence, oui. Oui. Ça va, les